На Земле живет 8 миллиардов людей, и каждый из них склонен думать о том, что он уже более-менее понимает все в жизни, что он знает правду и живет по ней. Неважно, будь то буддист, агностик или атеист. Мы же, православные христиане, верим в ту правду, которая изложена в текстах Священного Писания. Там Иисус Христос говорит о том, что Он есть путь, истина и жизнь, и что никто не приходит к Отцу, как только через Сына. Но для того, чтобы убедиться в этом, недостаточно просто знаний. Нужен опыт, живой опыт, через который уже ты убедишься в том, что есть истина. Истина же заключается в том, что вся наша жизнь скоротечна. Неважно, какая бы она ни была, она все равно рано или поздно закончится. И потом уже всех без исключения ожидает смерть, за которой уже будет вечность. И есть два вида этой вечности. Либо вечное блаженство, куда попадает безгрешный человек, либо вечные муки, куда отправляются люди, совершившие грех. Но давайте ответим на вопрос, а возможно ли прожить эту жизнь без греха? Возможно ли сохранить святость от материнской утробы до могильной ямы? Мы все с вами знаем, что это невозможно. Это просто невозможно. Но благодаря тому, что за нас пострадал Христос, взял на себя грехи всего мира, у нас есть надежда. Надежда на то, что мы можем подняться. Неважно, как низко ты бы ни упал, у тебя всегда есть шанс встать и идти дальше. Этот шанс называется покаяние. Человек может не видеть свои грехи, не замечать их, не помнить о своих беззакониях. Человек может просто привыкнуть жить в грехе, принимая это за норму. Некоторые люди даже считают себя почти праведными, ведь они никого не лишали жизни, чужого не брали, честно трудятся для своей семьи. Но покаяние — это намного глубже. Даже у святых людей было сокрушение в своих грехах, было покаяние. Ведь чем ближе мы к Богу, тем больше в нас видно греховной нечистоты. Бог, Он словно солнце, Его свет проникает в самые глубины наших темных сердец. И наоборот, если человек не видит в себе пороков, значит, он духовно слеп. Поэтому православные люди молятся также и о покаянии, чтобы Господь им дал увидеть свои грехи. У каждого свои грехи и своя история покаяния. Вот, например, Елена из Украины прислала нам историю покаяния ее отца. 31 мая 2016 год. Здравствуйте! Мой отец с 2013 года болел онкологией. Жизнь он прожил бурно, попробовал, что называется, все в этой жизни. И наркоманил, и водку пил, меры не знал, ни в чем себе не отказывал. Но свою семью никогда не обделял, старался, хотя и не всегда получалось. В январе 2016 года мама начала читать акафист Пресвятой Богородицы в честь иконы ее Всецарицы. Мы все молились и надеялись до последнего на выздоровление отца, но Господь рассудил иначе. 26-го отца не стало, но польза в этой молитве огромнейшая. Все врачи и даже патологоанатом удивлялись тому, что мой отец не испытывал физических мучений при такой пораженности метастазами всего организма. Он полностью поменял свой образ жизни в последние полгода и раскаялся во всех своих грехах. Рассчитался со всеми кредитами и долгами, отбыл условное наказание и сплотил всю нашу семью. Похороны в основном оплатили его друзья и товарищи. Пришли и протянули руку помощи даже те, о ком мы и забыли уже. Вот так, с Божьей помощью, мой отец ушел от нас без мучений и с улыбкой на лице. Рассчитался со всеми своими земными долгами перед семьей и людьми, а также очистил свою душу перед Господом нашим. Молитесь, братья и сестры, дорогие, молитесь, и Господь наш никогда нас не оставит в беде. Мира, добра
и доброго здоровья всем нам. Как писал святитель Игнатий Брянчанинов, покаяние – это первая заповедь и первый добродетель Нового Завета. Иоанн Креститель и сам Спаситель вышли на проповедь к падшему человечеству с призванием его к покаянию. То есть само покаяние может, словно рука, достать человека из самых глубин адского отчаяния и поднять его выше земли до самой райской вечности. Но что мы имеем на практике? Живя в повседневной грешной суете, мы прибегаем к покаянию, чтобы, омывшись на минутку, снова вернуться в греховную скверну. И вместо того, чтобы сокрушаться о своих грехах, мы любим грех и не желаем расставаться с ним. Грех нам кажется привлекательнее, чем добродетель. Зло привлекает больше, чем добро. Я помню, как в детстве в разных мультфильмах или играх мне больше нравились отрицательные персонажи. Из-за их внешнего вида, из-за их характера или способностей. А сегодня мы можем наблюдать такую картину, что в целой киноиндустрии из отрицательных персонажей стали делать главных героев. О них отдельно снимают целые фильмы и сериалы. Но почему? Да потому что они больше нравятся людям, есть спрос. И это еще раз подчеркивает и подтверждает слова Христа, что люди более возлюбили тьму, нежели свет. Свет и добро у нас ассоциируются с чем-то скучным и неинтересным. Но это не так. Весь кайф, все радости, вся сила в руках у нашего Небесного Творца, который создал все, весь этот мир, всю природу, всю гармонию, всю Вселенную. И Он хочет, чтобы все мы были бесконечно счастливы. Его лишь немного может понять тот человек, который сам является родителем. Любой нормальный родитель хочет видеть своих детей счастливыми. И он очень огорчается, когда они начинают пакостить и творить то, что мы называем грехом. Конечно же, когда мы впервые совершаем грех, он кажется нам приятным на вкус и веселит нас, мы чувствуем прилив энергии, и потом нам начинает казаться, что весь мир крутится только вокруг нас. А потом наступает жесткое похмелье. Человек начинает болеть. Только это все остается за кадром. Сегодня грех активно рекламирует. Нам внушают, что грех – это норма, это нормально. Но это не так. Наверное, просто наступило то время, о котором еще говорил Антоний Великий. Он говорил, что настанет то время, когда 9 больных придут к одному здоровому и скажут: «Ты болен, потому что ты не такой, как мы». А сегодня, чтобы оставаться здоровым, нам просто необходимо научиться по-настоящему честно, искренне каяться пред Богом. Молиться о покаянии можно ведь и Иоанну Крестителю, и покаянным канонам, и по псалтыри. Важна ведь не форма, а суть. В псалтыри есть замечательный 50-й псалом, который был написан царем и пророком Давидом, который знал, что такое подлинное покаяние. Грех Давида, если кратко, был в том, что он положил глаз на замужнюю женщину Версавию. Это была жена храброго воина. И чтобы заполучить ее, он отправляет ее мужа на бой, где смерть была неминуема. Внешне греха не было видно, но Господь, Он смотрит в самое сердце. И, как мы помним, Давид ощущал последствия своего греха всю жизнь. Но его покаяние было настолько сильным, что Господь проявил милость к нему и прославил его в лике своих святых. Так согрешить могут многие, а вот покаяться смогут не все. А эту уже историю нам прислала Любовь. 31 мая 2022 года. Христос воскресе, братья и сестры! Хочу рассказать о реальном факте Божьей помощи. Лично знаю этого мужчину. Жил и живет в селе этот мужчина. Пил очень сильно, каждый день и понемногу. Бывало, идешь, а он валяется под кустом. Сам до дому дойти не может. Тащил из дома все, что можно. А маме его тогда 8-й десяток был. И сейчас мама жива и здорова, только сейчас ей уже 9-й десяток лет. Так вот, начали в селе строить церковь. Дошло дело до купола. Поднимать нужно. Крана-то нет, лебедкой поднимали,
а помощников-то нет. И тут идет мимо церкви этот мужик. Ему говорят: «Мужик, нужно помочь поднять купол, помоги». А ему плохо, похмелиться бы, но не отказал в помощи. Кое-как они купол-то подняли, поднимали сами, не краном, чуть не уронили. А этот мужик кричит: «Батюшка, не могу уже, сейчас упадет купол». Батюшка ему в ответ: «Держи, что есть силы, держи сколько можешь, как дитё держишь на руках». В общем, поставили они купол. Батюшка всех поблагодарил, благословил, и мужик ушел. Спустя короткое время, примерно 2 недели, точно не помню, но точно короткое время, этот мужчина перестал пить от слова совсем. Прошло много, 8-9 лет после этого случая, и он по сей день не употребляет алкоголь вообще. Дивны дела твои, Господи! Слава Богу за все! Некоторые люди спрашивают, как узнать и можно ли вообще узнать, прощены тебе грехи или нет. У Силуана Афонского прочел такую мысль, что если ты возненавидел грех, значит, Бог простил тебе его. А мы ненавидим свои грехи или мы их любим? Вот Великий пост была отличная возможность проверить себя. Ждем ли мы воскресения Христова, который победил смерть, открыл нам путь к спасению, или мы просто ждем, когда уже можно будет легально, так сказать, пожарить мясо, выпить винца, еще что-нибудь. Вообще, если мы проведем жесткий самоанализ, хорошенько покопаемся внутри, то мы обнаружим очень много всего того, что нас, мягко говоря, не обрадует. Поэтому единственный способ правильный – это смириться. Смириться с тем, что все мы грешники. Просто кто-то грешит одним, кто-то грешит другим. Но все мы очень далеко находимся от идеала, каким, несомненно, является сам Иисус Христос. Но именно к таким грешникам и направлена любовь нашего Небесного Отца. Поэтому я думаю, что лучше быть честным грешником, чем лживым праведником. Я читала историю одной женщины. Она рассказывала о своей беременности. Ей было известно, что ребеночка она перенашивает. И она даже знала, почему. Был за ней грех, который она не могла исповедать из-за ложной стыдливости. Но она отгоняла от себя эти мысли, что это все из-за греха. Думала она, что вот встретим Рождество и рожу. Но и после Рождества роды никак не начинались. Врачи уже начали поднимать тревогу, срочно назначать кесарева. И тогда она все-таки решилась покаяться. И вот она наконец-то достойно исповедалась, причастилась, взяла благословение на роды у батюшки. И после службы они с мужем поехали к врачу на консультацию. И когда этот врач ее обследовал, он очень сильно удивился. И спрашивает ее: «Неужели вы не чувствуете боли? Вы уже с утра рожаете по признакам примерно с часов 10. И ведь именно в 10 часов и закончилась исповедь. И сразу у нее начались роды. Вот вам пример, как духовная жизнь влияет на наш материальный мир». Лично для меня покаяние – это когда ты не то чтобы бросил грешить, а когда ты совершаешь добродетель, противоположную греху. Я помню одну женщину, которая в молодости преподавала атеизм. То есть она активно проповедовала детям о том, что Бога нет. И потом уже со временем, когда Бог коснулся ее сердца через определенные обстоятельства, она вдруг осознала весь ужас своих трудов. И потом уже она начала каяться, углубила свои знания в Священном Писании и начала преподавать в воскресной школе. Это прекрасный пример. Эта история такая же классная, как и история апостола Павла, который сначала гнал христиан, убивал их, а потом, после встречи с Богом, стал одним из самых крутых апостолов. Поэтому я думаю, что не совершать грех – это лишь половина покаяния. А этот факт прислала нам Марина из города Бугуруслан 30 января 2023 года. В
Всего лишь год прошел, как молюсь акафистами с Болгаром. Произошли большие изменения в сознании, в понимании смысла жизни. То, что казалось главным, оказалось вовсе ненужным. Поменялись жизненные ценности, ругалась матом. И первое, что ушло из моей жизни после молитв акафистами, это мат. Оказалось, что и без него слов хватает все объяснить. На душе стало спокойнее, прояснилось в голове. Чудеса происходят каждый день. И главное, что Господь открыл мне на них глаза по молитвам святого предтечи Иоанну. Слава тебе, Господи! Если вы уже давно ходите в храм, читаете молитвы дома и не грешите так, как грешили раньше, это еще не значит, что некоторые грехи навсегда покинули вас. Как мне сказал один священник, что грех во мне остался. Просто он пребывает, так скажем, в состоянии спячки и может пробудиться в любую секунду. Просто Бог нас бережет. Если бы не Он, мы бы попали под такое сильное искушение, такой сильный соблазн, что ни один бы не устоял. Ни один. Поэтому нет повода думать о себе высоко и возноситься над другими людьми. Потому что ты можешь всю жизнь прожить как монах, а под конец так упасть, что не сможешь покаяться. И наоборот, как тот разбойник на кресте, покаяться в последние минуты своей жизни. Самый сильный пример покаяния для меня, конечно же, это Мария Египетская. Тут даже слова лишние. Просто, если ты хочешь узнать, что такое настоящее покаяние, пожалуйста, прочти житие преподобной Марии. Слава Богу за то, что в нашей жизни есть такие удивительные примеры. Вы помните историю, когда Иисус Христос исцелил человека, который был болен в течение 38 лет? Он сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». В подтверждении этих слов хочется рассказать историю, которую я услышала в проповеди от священника. Однажды этого священника позвали пособоровать женщину. У этой женщины были проблемы с ногами. Она уже 10 лет практически не ходила. И вот свершилось чудо. После соборования эта женщина пошла. У нее эта болезнь исчезла. И уже на исповеди батюшка узнал, что эта женщина очень сильно грешила блудом. И он предупредил ее, чтобы она больше этого не делала, иначе будет хуже. И вот спустя время эта женщина уже совсем не ходила, она стала прикованной к кровати. А все потому, что она вернулась к своему греху. Покаяния не было. Потому что недостаточно на исповеди просто сказать о своих грехах. Важное условие на исповеди – это не сказать, а принести покаяние. Исповедь – это не отчет о грехах за определенный период, а таинство покаяния. Покаяние – это исправление, изменение своей жизни. И с исповедью нельзя шутить, подходить к ней несерьезно, потому что это опасно, в первую очередь, для нашей души. Покаяние – это дар от Бога. Покаяние – это единственное, наверное, что может повлиять на решение нашего Всевышнего Творца. Покаянием мы даже можем отодвинуть время исполнения пророчеств о последних временах. Ну а если мы не покаемся, то все будет выглядеть печально и трагично, например, так же, как и этот храм. А ведь раньше здесь кипела жизнь, проходила литургия. Сейчас же в этом храме холодно и пусто. И так же может быть с душой человека, если он не покается. Так дай Бог нам всем дух истинного покаяния. Храни вас Бог.